Коллектив, я рад вас. Мы рады вас всех приветствовать снова. Всем привет. Так, друзья, мы снова на избе. В этот раз у нас, ну, вы смотрите это, наверное, 30 числа, так что предновогоднее настроение, друзья. Ну и мы тут немножечко нарядим нашу избушку к Новому году. Также украсим какую-нибудь елочку. У нас все елки в основном ушли под снег. Я думаю, что вот эту мы, эту елочку отряхнем и нарядим ее. Также Андрей, как и обещал, друзья, привез вот такую красоту. Это у них дедушка, в общем, занимался вот такой вот резьбой, изготовлением вот наличников различных, заборов резных. Вот такая, друзья, красота будет украшать нашу избу. В общем, вот этими орнаментами мы облагородим дверь, фронтон. Ну и, в общем, все увидите, друзья. Также будем утеплять избу. Ну и, в общем, это мы вам все покажем. Мы еще не заходили. Здравствуй, изба. Мы снова к тебе в гости нагрянули. Интересно, аккумулятор у нас не сел. Пока тут не замерз. Пока тут стоял. В избушке, друзья, минус 17 градусов. Но я думаю, что и на улице примерно так же. Кстати, Андрюшка, Андрюшка, посмотри, сколько там на улице. Минус 17. Одинаково, что в избе, что на улице. Так, тут у нас идет сначала вот такая доска, а потом выхлопнем сюда. Че, вот так вот прибьем ее с тобой, да? Так ведь? Угу. И сюда эти тоже. Ну-ка подай тебе досочки-то. Сейчас посмотрим, как будет лучше. Как лучше-то, Андрей? Полотенце поверх этих. Я тоже думаю, что да. Опять с этой стороны не получится. Тут доски немного дальше выпирают. Коротковато маленько. Ну ладно. Если только сравнять их пилой, маленько спилить, будет нормально. Ну вот по этой доске, да-да-да, так и сделаем тогда. Мы сейчас пилу тогда отремонтируем. Надо еще пилу отремонтировать. Там понужало опять шнурок. Вот. Давайте маленько подровняем досочки, ничего страшного. Вот пару буквально спилить. И все.
еще ничего не сделаешь. Будет так. Ладно, что делать. Ну, мазал, прикинь. Да и крепко. Довольно крепкая она. Нормально будет. Так, ну сейчас еще концы выпустим. Мне кажется, ровно, Андрюша. Мне кажется, вот я знал. Вот так вот. Сейчас посмотрим. Сюда, сюда у нас вот котик, котик или лиса, или что-то там. Выше, наверное. Вот так вот. Что, думаешь, вот так вот? Наверное. Присандалить, да? Так, ну и так как эти вот скобы у меня здесь никакой полезной нагрузки не несут, мы их просто отсюда вытащим, потому как они нам мешаются. Они даже заколочены-то по-детски. Кого они тут смогли удержать? Нет, мне самому над собой смешно. Так, ну и здесь вот такой наличник пойдет. Так вот, как-то вот так вот, друзья. Нормально? Или надо уголок спилить? Выше поднять не надо. Я думаю, ямку даже пропилить там было бы неплохо. Давай попробуем. Так, ну что, коллектив, вот, принимайте результат. Как оно вам? Идем поближе, подальше, чтобы все было видно. Наружу так вот не стали больше пока ничего городить. Смотри, смотри, окошечко только облагородили.
так вот. Еще вон пара хвостиков осталось. Надо куда-то присобачить. Там были по углам здесь были такие. Вот той вот верхней доски. Вот, друзья, избушка наша преобразилась. Андрей, как обещал, сразу же исполнил свое обещание со следующим же выездом. Ну и думаю, что вот эта красота заслуживает лайка, друзья. Ну и подписочку заодно. И комментарий, как вам это понравится. Или и колокольчик до кучи. Так, ну теперь осталось нарядить какую-то елку. Я думаю, что у меня выбора тут немного. В лесу елок много, но они все, вон, видите, большие. Так что вот эту елочку, возможно, отряхнем сейчас. Ух, тут снегут. Ну да, около дела что. Не такая уж она, конечно, красивенькая, но снегом поприжала. Нормально. Я думаю, что будет нормально. Украсим ее к Новому году. Итак, ребят, Новый год уже не за горами. Поэтому надо создать новогоднее настроение. У меня дома обновили игрушки. Ну, как-то дети больше склоняются к современным вот этим пластмассовым шарам. И мне отдали старые советские шарики. И также немножко различной мишуры. И немного вот таких, можно сказать, еще совдеповских советских игрушек. Даже есть вот такие вот. Так что, друзья, сейчас украсим вот эту вот замечательную елочку. Что-то все. Что-то мало так. Да, вот так вот сделаем. Есть даже вот что-то подобное. Это, скорее всего, кто-то из детей у меня сами делали. Ну, это-то уж точно Советский Союз. Кстати, ребята, а вы в курсе, что советские игрушки — это своего рода, даже не своего рода, а это самый что ни на есть предмет коллекционирования. Так что игрушки старые не выкидывайте. Если даже они у вас лежат, пылятся, то вы их можете даже очень неплохо продать. Я сам был не в курсе того, что советские игрушки, ну и не только советские, вообще старые игрушки коллекционируют. Узнал только благодаря сайту Виолити, друзья. Там есть целый раздел, посвященный коллекционированию старых игрушек. Ну и также, если среди вас есть те, кто занимается подобным, чем-то подобным, то можете там их и приобрести. Друзья, все мы знаем, что старинные вещи могут стоить очень дорого. Приобрести их, а также продать имеющиеся у вас предметы антиквариата, вы можете на сайте Виолити.
Виолити является крупнейшей профильной площадкой для коллекционеров на территории Европы. Существует 16 лет, а это аж с 2005 года. На сайте предусмотрены разделы под любую тематику. Монеты, боны, фотокарточки, открытки, книги, ювелирные украшения, часы, игрушки и многое другое. Сайт насчитывает более 5,5 миллионов активных лотов и более 1 миллиона зарегистрированных пользователей. Сделки на Виолити максимально безопасны, так как при оплате лотов пользователи руководствуются правилами оплаты Виолити. Виолити предлагает широкий функционал как для продавцов, так и для покупателей, который обеспечивает комфортное пользование сайтом. Продавать и покупать можно как в режиме онлайн-торгов, так и по фиксированной цене. Сайт полностью адаптирован для работы как с ПК, так и с мобильных устройств. Также есть возможность воспользоваться услугами рекламного агентства, с помощью которого каждый пользователь может повысить популярность своего лота или профиля. Связаться со службой поддержки сайта можно любым удобным способом – через чаты в популярных мессенджерах и соцсетях, через персональный чат на сайте, через электронную почту и в телефонном режиме. За порядком на сайте следит группа модераторов, связаться с которыми можно по нажатию одной кнопки. Виолити имеет официальные страницы в популярных соцсетях, где ежедневно публикуются обзоры на лоты и новости сайта. Кроме основного сайта Виолити для коллекционеров, есть форум Виолити, магазин аксессуаров Виолити, ярмарка и рекламное агентство. Все ссылочки, друзья, я оставлю в описании под этим видео. Так что проходите и коллекционируйте историю вместе с Виолити. Какая-то лошадка была. Чего только тут нету. Собачка. Вообще такая, видно, что ей уже годков, наверное, так 60, если не больше. Так, звезды у меня никакой наверх нету здесь. Это тоже у меня вроде дети делали подобные снежинки когда-то. С Новым годом, Дед Мороз тут. Вот и сразу настроение станет немножко праздничным. Вот, собственно, и все, наверное. Ну что, коллектив, прошу ваши оценки. Как вам наша елка? Сейчас, друзья, впереди пробьем путик к рельсам. Где-то тут за избушкой у меня совсем недалеко, тогда две рельсы не нашел. В общем, к ним надо тропинку проторить. Я на лыжах, Андрюша за мной сзади. На буксировщике по поводу. Раз новенькие приобрел. И так как нас двое, надо соответственно двое лыж. Вот так вот сейчас и поедем.
Нормально идет? Нормально едет, спокойно так. По лыжне спокойно, а без лыжни не знаю. Пробиваем с Андрюхой очередной путик. Андрюша пытается ветку отрубить. Он на лыжах впереди теперь в этот раз. Я сзади. Тут тоже где-то рельса должна быть. Так, ну вот. Андрюха нашел все-таки рельсы, но это. Да, вот тут она. А вот она, кстати. Наверху лежит. Мы ее тогда наверх выложили. Вот с накладками. Вот она, друзья. 18-я тут. 8-метровая рельсина. Так, ну за этой рельсиной мы заедем как-нибудь в другой раз. Путик сюда сделали. Хотел сказать, вездеход, снегоход, каракат. Что только в голову не лезет. В общем, развернули его тут прямо на месте пятака дали. Все, выезжаем отсюда. Тут недалеко от УЖД буквально, не знаю, метров 300 может. Так, друзья, мы доехали с Андреем до заброшки. Вагон, который я вам уже неоднократно показывал. Вот она, заброшка вон там. В общем, дорога сюда есть. Дорога натоптана. Ну, я, чтобы знать, натоптана ли дорога сюда, проехался, посмотрел. Так, первую, друзья, плиточку я приклеил. Так-то я не специалист, но вроде слышал, что надо начинать вообще бы с середины их клеить. И лучше из угла в угол клеить, ну как середины к углам, короче, типа ромбом, чтобы не так, а поперек было. Ну, я, в общем, начну с краю. У меня немного ее, 2 квадратных метра всего, поэтому начну тут посередине, хотя бы над столом, над лампочками, пока полоску прогоню. Там видно будет первую. В общем, пока клей не стал подстывать, клеиться никак не хотела, отпадала. И уже вот когда вот клей схватывается, тогда держится. Поэтому я сейчас несколько штук сразу пену нанес. Не клей, а пена. Я пеной клею. Больше нечем у меня тут. Здесь тоже напенил. Сейчас она немножко начнет схватываться, и тогда буду уже приклеивать. Лет забивает иногда. Так, и последнее. Так, ну и все, они сейчас тихонько подсыхают и по очереди клею. 4 штуки уже вот приклеил.
Глядишь, над столом посветлее будет. Потом, может, как-нибудь, может, еще привезу, еще поклеим. Так, ну все, друзья, я оклеил над столом. Вот так вот получилось. Шнур сейчас на место поставим. И все. Возможно, потом в будущем еще докуплю этой плитки и тихонечко. Ну, глядишь, тут весь потолок заклеим. Сегодня на ужин, друзья, наша неизменная курица, но теперь немножко по другому рецепту. Тут целиком тушка цыпленка бройлера. И, в общем, она сделана масло сливочное. Там тимьян, розмарин, чеснок, цедра лимона, там, не знаю, там, ну, в общем, такой вот, как маринадик, что ли. И все это завернул в фольгу и в печку, как в духовку, поставим там минут на 40, буквально на часик, да, и будет все это дело у нас там запекаться таким образом. Ну и на гарнир сегодня будет пюрешка, картошка уже варится, сейчас пюрешка сварится, как раз печка прогорит, пока пюре делаю, курицу в духовку, в печку, и все. Картошечка как хорошо разварилась. Прям рассыпается. Так, закон вкусного пюре. Так. А где он? Вот. Закон вкусного пюре. Много-много сливочного масла. Если хотите, чтобы ваше пюре было вкусным, сливочного масла не жалейте. На бутерброды не оставил, надо было оставить, наверное, на утро. Нет? Зря. Так, тут еще молоко есть. Ну, если понадобится, сейчас еще молочка плеснем. Разбавим это дело. Понадобится, как не понадобится. Кто помнит, как я делал эту толкушку? Выстрагивал тут. Еще когда в палатке жил. То как у вас, еще напишите, как у вас еще пюре по-другому называют, потому что, как я знаю, что кто-то называет толченка, кто-то называет там мятая картошка, кто как, как вы называете. Ну, мы так привыкли, как-то пюре, картофельное пюре. Так, друзья, у нас печка как раз подошла, пюре сделал. Сейчас ставим курицу в печку. Видно там? Опачки, в духовочку. Вот так вот. Все. Не знаю, сколько курицы. Минут 40 хватит. Температура там, блин, наверное, градусов под 300 все. Нужно чуть-чуть поближе сюда ставить. Капусточка у нас квашеная с лучком, с морковкой. Так. Ты чувствуешь?
чесночком как дало. Я всегда чеснока много в курицу ложу. Я считаю, что курицу чесноком не испортишь. Курейка. Но она 100% готова. И там такое масло плавает. Подливка. Так, ну 40 минут я смотрю, что-то мало. Кого-то тут как бы не пропеклась, может быть. Ну хотя, не знаю. В общем, для верности поставим еще минут на 10-15. Прям вот так вот. Я тут заодно хоть подзолотиться. Мы ее сейчас просто перевернули. Еще в печку поставлю. Так, ну что, теперь-то курица точно дошла у нас. Пора и поужинать. Андрюха говорит, с голоду, говорит, морит меня. Показал, говорит, достал курицу, показал. И обратно убрал, говорит, у меня слюни до пола. Это он обратно унес, говорит. Ну и дядька, говорит, голоду решил меня заморить. Сколько пива? Да хватит. Ну ты ешь, что мне жалко, я что положу, на еще. Да, знаю, еще не жалко, сейчас уберешь и не дашь опять. А? Уберешь и опять не дашь. Так. Так, наверное, зря я на вилке взял. Этот надо, так он маслицем поливай. Сам отсюда. Банкуй. У нас ведь, друзья, опять, можно сказать, праздничный ужин. У нас сегодня за Новый год в избушке, потому как это последний заезд в этом году на избу. Так что мы немножко тут заранее, так скажем, встретим Новый год. Пускай будет так, как-то так, наверное. Ничего страшного. Писярик. Все тот же бальзамчик. Кто-то говорит, надо водочку, пару капель бальзам лить. Но кто вам запрещает? Пейте как хотите, мы пьем как умеем. Вернее, мы не умеем пить вообще никак. Ну, за Новый год, друзья. С наступающим вас. Так, дай я хоть слово-то скажу. Как тост. То скажем. В общем, друзья, этот год был просто какой-то сумасшедший. Наверное, самый сумасшедший год. Очковый год. В этот год, во-первых, меня судили. Во-вторых, это вот о плохом, да, как бы сказать. Во-вторых, погибла моя подруга, так скажем, да, ну, собака Джесси. Блин, это вот. В-третьих, там столько я тут натерпелся с техникой, ты тоси-боси, там сами знаете, кто следит давно за каналом. Насчет этого, да, тяжелый, конечно, год был. Но, опять же, такой, знаете, баланс. Нет худа без добра, как говорят, наверное. И так что, и очень хорошее в этом году тоже было.
достиг я своей мечты одной, хоть пусть она ломается постоянно, пусть она там больше ремонтирую ее, чем на ней езжу, но все-таки вездеход, я про вездеход, друзья. Но все-таки я мечтал о вездеходе, я купил, и да, я мог бы за эти деньги, наверное, купить что-то лучшее, но вот купил как есть опять, ну опять же, может, лоханулся. Так, ну и вообще, как бы, в плане... Вообще, год был неплохой, так-то, по сути. Ну, такой спорный, друзья. Но могло бы быть и хуже, я думаю. Так что не стоит унывать. Следующий год будет, наверное, лучше. Не наверное, а точно. Так что за все хорошее. С наступающим, Андрюх. Тебя тоже. Бальзам не запивают. Не без разницы. Деревенские что хотят. Не, я, мне просто в комментариях написали, что бальзам не запивает, на послевкусие его, чтобы оставалось и ничем не перебивать. А что теперь? Кружку выпил, да, и спать. Не есть, не пить. Ну что, Андрюх, кто за тобой? Говори, чё, как у тебя? Чё, год у тебя? Год прошел очень плохо. Ну как плохо? Вдали от дома. Лучше бы, конечно, за этот год дома был бы. Ничего не изменилось, считай. Чисто год в никуда улетел. Ничего нового, ничего интересного. Ну а себя как мужиком почувствовал? Как уехал, так и приехал. Чё? Смысла нету, как бы. Ну как бы. Больше ценить вещи начал, даже мелочи всякие. Армия, школа жизни. И пройти ее должен каждый мужик. Так-то да. Ну ладно, что не делать, все к лучшему. Ну что, друзья, давайте на этой ноте подведем итог. Сегодня мы пробили путики к очередному металлу. Съездили, узнали дорогу в заброшку. Также приукрасили нашу избу. Так что все, друзья, хорошо, все отлично. Давайте с наступающим вас, с Новым годом, друзья. Ну и, как всегда, салют. Ну все, ребят, давайте на этом. Всем удачи, всем пока. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, пишите совершенно любой комментарий. Счастья, здоровья, до новых встреч!